компания «Радостроя», приветствуем подписчиков, продолжаем буровые работы в Московской области. Пробурили скважину артезианскую в Луховицком районе. Здесь наш подписчик нам позвонил, попросил приехать, посмотреть и пробурить скважину с обострилищем обустройством. Построили люди каркасный дом, ну и, соответственно, водичка нужна, поэтому обратились к нам, чтобы мы сделали хорошую скважину. В Луховицах мы не так часто бурим, но вот сразу два заказа появилось. У нас вот Красная Пойма, мы заехали, пробурились, и Ларина. В Красной Пойме сложные разрезы. Здесь были, здесь сверху песок идет. Сейчас, может, даже в журнал загляну, посмотрю, чтобы более наглядно. В общем, тут идет песок сначала с известняком, с черным этим вкраплением, типа уголь такой. Потом юрская глина. Потом опять песок, потом валун 3 метра. Вот этот валун, ребята, долбили долго и упорно. Тут звонили коллегам на больших установках, они говорят, ну здесь на малогабаритке делать нечего, только на УРБ можно пройти. Ну, в итоге прошли мы на малогабаритке все это дело. После валуна опять песок, вот, и там уже известняк, ну, в общем, пирог такой. Поле чудес, как говорят у нас буровые мастера. Но, тем не менее, пробурили. Обсадились куда надо, что самое главное, вот эту трубу поставили. Сейчас поставим еще вторую трубу 90, чтобы насос был в безопасности. Установка у нас малогабаритная, но здесь, в принципе, пространство позволяет. И большая установка могла бы, наверное, заехать. Но люди вот посмотрели наше видео, прониклись с доверием к нашей компании, позвонили. Ну и в итоге все хорошо мы сделали, люди довольны. Сейчас уже прокачиваем скважину. Порядка ночи вода качается. Ямочек. Сейчас закопаем его. Следы своего пребывания, так сказать, заметем. Пойдем посмотрим водичку. Какая водичка течет. Да, здесь интересный эпизод такой получился. Воды не было толком поблизости, ездили за водой, вот. Но здесь вот когда-то был пруд, и он высох полностью. То есть здесь камыши стояли в сухом этом овраге в таком. Ну вот, мы поставили на прокачку воду, и теперь пруд ожил. Я думаю, камыши нам скажут спасибо, и лягушки местные, скорее всего, потому что здесь сейчас по пояс, наверное, уже воды. Нам мы налили за ночь вот такой дебет хороший у скважины. Скважина с гидравлическим давлением, вода стоит высоко, и наш насос на прокачку Беламос 80 качает вот таким вот большим объемом воды, и пруд наполняет. Кстати говоря, часто люди спрашивают, какой насос лучше взять там, вот этот хороший или вот этот хороший. Ну, из практики скажу, например, что мы вот используем Беламос насосы для прокачки скважин. Вот этот 80-ка у нас уже года полтора-два скважина прокачивает. И хочу сказать, что прокачивается не всегда вот такая водичка. Вот такая вот. То есть водичка бывает, когда особенно после первого момента пробурили, только включаем насос, прям течет то морковный сок, то песок, там, то известь. Ну, в общем, грязь полная. Ну ничего, работает насос, слава богу. Фу-фу-фу. Пока все нормально. Сейчас позвонил еще человек, один недалеко от Красной Поймы, тут Ларина, поселок, уже договорились, поедем к нему бурить. Если что, в Луховицком районе работаем мы тоже, разрезы здесь непростые встречаются, но побеждаем, вот, все хорошо. Обсаживаемся современными материалами, пластиковыми трубами. Вон они у нас там лежат, трубы, так что, если что, будем рады вам тоже помочь, обращайтесь, компания «Радстрой».